Приветствую всех на канале Разносторонние Интересы. Насобиралось опять у меня телевизоров. Вот один из них. Вытащу из гаража. Стоит здесь второй день. И так как я здесь занимаюсь сейчас вот стройкой, делаю отмостку, залить надо ленту под навесик здесь сделать хочу, то чтобы не мешал этот телевизор у нас тут под ногами, не мешал, то будем его разбирать. Попался такой вот динозавр у нас, называется Горизонт 61 TC411, от сети 80 ватт мощность, цветной, так, ну больше такого на нем не написано, ничего интересного. Будем снимать крышку. Бляха, по-быстрому сейчас снимем крышку. Если получится по-быстрому. Хорошо, по-быстрому сейчас. Крышку снимем. При помощи молотка, кувалды, лома и какой-то там матери. Положили его краном вниз. Будем сейчас смотреть начинку. Короче, в перчатках можно работать смело, не боясь, что кожу порвет припоями этими острыми проволоками. То, что постоянно, когда без перчаток работаешь с телевизорами, то выводами этими вот мелкими дырок да наделаешь в руках. Что у нас тут будем рассматривать сейчас по начинке? Здесь у нас транзистор стоит, ну, плата, транзистор один, бочонки 3, 4, 5, 6 штук целых. Это на маленькой, на этой плате так. Дальше у нас тут еще вот один транзисторчик стоит. КТ-972Г. Г, наверное. Этот без маркировки. Без маркировки. Часто они с позолотой там внутри бывают. Сейчас без маркировки. Разбираем дальше. Вот еще бочонки у нас стоят. Два штуки маленькие. Вот еще транзисторчик запратывался. Дальше что в этих? Микросхемы, фильтра стоят. Вот эти вот. Здесь тоненькие волосинки золотые. Чистого. Это вот флажки. Флажков здесь много, конденсаторы, серебро содержит. Это что за синий такие, интересно, посмотрим. Вроде фольга, да, с фольгой. Короче, там нет ничего интересного. Сейчас выделим снизу платку. Динамик хороший, кстати, с таким магнитом мощным. Ладно, сейчас динамик аккуратно выдру. Оп. Снял динамика. Ай, лежит, может, когда пригодится. Вот у нас плата подстройки каналов. Здесь стоит микросхема большая такая. И 4 бочонка. Думал, КТ-шка это будет. КМ-ка, то есть. КМ-ки нету. Значит, нету. Так. Дальше смотрим. Вот эту вот плату мелкую. О, вынял. На этой плате у нас видно. Флажки стоят,
микросхема Х-055, 93 год, 11 месяц. И вот такой вот синий танталосодержащий конденсатор один. Давай забрасываем туда. Потом что тут у нас? Вот еще транзисторы с позолотой. 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук целых. Рад идут. Потом вот два бочонка. Еще вот два бочонка. И тут три бочонка. Немного есть. Вот это тот красный у нас. Это пустое. Похож на домик, но это не домик. Вот снизу видно, плоский он. И внутри, если кому интересно, там нифига нету. Вот, часть улетела куда-то, метров за 10. Слышно? А это внутри кристалл. Ну, поэтому телевизор у нас тут. Больше ничего такого интересного и не имеется. О, еще это не открывал. Фильтра. Вот это. У нас тут фильтры. Сейчас посмотрим, что содержится. Ай, снять того не получится. Ладно. КТ стоят 328. Это транзисторы, вот они, видно такие. Но они белые. Потом еще вот видно. Раз бочонок, два бочонок и вот это вот третий. Три бочонка. Ну и полевички маленькие. Вот они. Раз, два и три. Там сверху. Я думал, эти будут транзисторы с позолотой. Просто белые. Я его пытаюсь открыть одного. О! Видно. Белый транзистор. Короче, пустой. Дальше у нас тут идут оплетки на экране интересные. О, еще один транзисторчик. Еще я его показывал, не показывал. Сейчас плату сниму. По-быстрому снимется плата. Сейчас у нас. С одной стороны. А здесь все болты. Отвертку. Отвертку я с собой не брал. Ладно. Снял разъем, чтобы не мешали. А с кельмой выкрутим болтики. Ага, уже выкрутил что-то. Ладно. Не буду я заниматься этим. Выкручиваем. Попытаемся сейчас плоскорезами содрать. Не получается нифига. Раскрыть, раскрыл, но эти вот болты не дают нам снять плату саму. Пошел. Видится, все подручными средствами. Оп, все. О, экран открылся. Кинескоп. Хороший. Оторвал я все, что можно руками. Здесь у нас на кинескопе такая вот фигня.
разбивать неохота тут. Так он стекла надела. Кот помогать пришел. Один из пяти. Пытаюсь сковырнуть это хомута. Опа, все поднял. Двумя руками, конечно, это сделаю. За секунду. Бляха. Чуть хвостика не раздолбеню. О, все равно стекла надо. Снимаем с экрана эту. Медь содержашку штуковину. Ну, грамм 300 меди тут должно быть. Может даже и 400. Такая штука жирная малость. Куда я добирался? Вот до этого, до плетки на экране стоит. Обычно толстые такие, а это тонкая и сильно длиннющая. О, такая в диаметре, наверное, сантиметров 60-70 будет, если вот эти вот кожухи убрать, здесь скрепляющие кожухи, то будет около 70 в диаметре, ну и 5 толщиной. По весу легкая, полегче тех толстых, что идут толстые, и диаметр чисто по кинескопу по кругу. И короче, думаю, грамм 400 меди будет, плюс там провода повыдираем, все провода, катушечки эти вот маленькие сейчас медью здесь стоят. Ну короче, такой телевизор бедный из Горизонта, называется эта серия 61 TC 411. Небогатый. Ни КМ-ок нету, ничего такого особого. Это только что с транзисторчиков этих вот. Один, два, два, вот и третий транзисторчик. Потом сюда идем. Так, 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 четвертый вот. Четвертый и вот. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 транзисторов и микросхема. Одна микросхема нормальная. И здесь была где-то еще одна. О, и это одна еще. Но это пустая будет. Серия Х. Это серия К174Х17. Там позолота есть, а в этих пусто будет. Ну и флажки, и танталосодержащие капельки эти. Такая начинка небогатая. О, трансформаторчик, что упустил маленький. Начинка небогатая. Ну, затрачено на него было $2.5. Плюс дорога туда-сюда. Короче, около $3. Если взять эту вот медь, что здесь, ну хай полкилограмма от силы. Получается по телевизору этому невыгодно брать за такие деньги. Даже не возвращается медью стоимость. Ну а эти запчасти не дешевые. Ну разные приходится, иногда богатые попадаются,
Иногда попадаются такие вот на экране. Здесь еще катушек по 8 стоит. И по массе они с катушками теми около килограмма. Плюс еще экран этот и трансформаторчики мелкие. То нормальные попадаются телевизоры из горизонтов. Ну, не этот раз. В следующий раз. Может, лучше будет. Надо запомнить, что за серия. Записать, короче, на листок. То, что когда покупаешь, так не вспомнишь все серии этих горизонтов. Горизонтов-то много. Что богаче, что не богаче. Так. Ладно. Будем заканчивать. Кому было интересно посмотреть на внутренности этого телека, ставьте лайки, комментарии пишите. Всем удачи, до свидания.